Добрый вечер, друзья. Сегодня 7 октября, годовщина трагедии, которая произошла в нашей стране с нашим народом. И получилось на самом деле немножко случайно то, что вот именно сегодня я буду говорить о вещах, так или иначе связанных с катастрофой, которая нас постигла. И сейчас, вот в этот день, когда, с одной стороны, вещи вспоминаются, а с другой стороны, анализируется и делается попытка сделать какие-то выводы из совершенных ошибок, очевидно, что этих ошибок было очень много, как политических и военных, так и других. Но мне представляется, это, собственно говоря, то, что и враги наши говорили, что похоже, что самое главное, что, по крайней мере, послужило таким реальным триггером для нападения. Это была страшная разобщенность в народе и взаимная ненависть, вплоть до высказанных напрямую предложений разделить Израиль на два государства. Одно государство светское и совершенно такое, как бы, ну, как сказать, либерально-прогрессистское, а другое религиозное, правое, включающее в себя и поселенческое движение. В общем, эти вещи год с лишним тому назад проговаривались вполне серьезно. К чему это привело, мы видели. И это, наверное, один из самых тяжелых уроков, которые приходится извлечь из произошедших событий, поскольку военные, политические просчеты исправляются легче, по всей видимости, чем вот это, как бы такие глубинные противоречия, которые приводят к взаимной ненависти и полному непониманию друг друга. И вот об этом как раз мы и поговорим сегодня, читая пророчество, еще одно пророчество Иезекииля, которое сразу же следует за тем, которое мы читали в прошлый раз, пророчество о сухих костях, которые возродились. Надо сказать, что если вот так вот общим взглядом посмотреть на то, как описывается история Израиля в Танахе, то мы наблюдаем такого рода разобщенность практически с самого начала. Да, как бы в этом смысле история Иосифа в книге Берешит, она является знаковой. Взаимная ненависть братьев, да, взаимное противостояние. И это на самом деле продолжается и дальше с разной степенью интенсивности. И достигает своего следующего апогея. Я сейчас не обсуждаю историчность описываемых событий. Это отдельный вопрос. Но следующий, можно сказать, апогей вот этой взаимной ненависти – это концовка книги Судей, книга Шофтим, где описывается первая гражданская война внутри Израиля. История с так называемой наложницей в Геве Бениаминовой, из-за которой вспыхнула война между коленом Бениамина и остальными коленами Израиля, и колено Бениамина было практически полностью уничтожено. Так по книге Судей. Следующий виток такого вот напряжения и взаимного конфликта и ненависти
Это то, что происходит после гибели первого царя Израиля Шауля, когда начинается опять гражданская война. Гражданская война между Давидом и наследником Шауля, последним оставшимся наследником, который называется в книге Шмуэля Ишбошет. Его имя, видимо, исходя из книги Девреямим, было Эшбааль. Из-за того, что оно включало в себя теофорный элемент, указывающий, казалось бы, на ханаанское божество, то в книге Шмуэля это было заменено таким вот уничижительным прозвищем Ишбошет, человек позора. Вот. Так вот была эта война, которая привела на определенное время объединению после того, что Давид окончательно воцаряется, а дальше снова, еще до того, что Давид умирает, вспыхивает восстание под предводительством этого человека Шева бен Бихри, который из колена Бениамина, и который ведет за собой северные колена и пытается восстать против власти Иуды, против власти Давида. Потом это снова на какое-то время затихает. Опять же, так это излагается в Танахе. Я снова подчеркиваю, что историчность тех или иных событий может быть поставлена под сомнение. Но Танах как бы постоянно проводит эту линию. Заметьте, постоянно. Умирает, воцаряется Шломо, казалось бы, тоже полное единение. И вот как только Шломо умирает, тут же происходит очередной конфликт, который заканчивается на этот раз распадом, да, распадом Объединенного Царства. Создаются два автономных царства, Израиль и Иудея, и они находятся на протяжении нескольких столетий в перманентном конфликте друг с другом. Иногда, короткие периоды времени, они заключают политические союзы. Но чаще они конфликтуют. И эти конфликты иногда приводят даже к тому, что цари, в основном цари Иудеи, поскольку Иудея была государством более слабым в экономическом, военном, политическом отношении, так вот цари Иудеи обращаются за помощью к более сильным царям с тем, чтобы защититься от Израиля. Например, царь Аса. Аса – это внук, правнук царя Шломо. Чтобы оборониться от израильского царя, которого зовут Аша, обращается за помощью к арамейскому царю. Другой пример, через довольно длительный период времени, рассказывается о том, как царь Ахаз, царь Иудеи, с тем, чтобы защититься от, на этот раз от царя Израиля Пекаха, сына Ремалияу, и арамейского царя Рацина, зовет на помощь ассирийского царя Тиглат-Пилесера и клянется ему в верности. А в промежутке описано, как воюют между собой царь Израиля и царь Иудеи, царь Израиля Иоаш, царь Иудеи Амация, и царь Израиля Иоаш, будучи более сильным, захватывает значительную часть Иудеи и даже пробивает Иерусалимские стены. Да? То есть задолго до того, как Иерусалимские стены были пробиты вавилонянами. На этом фоне понятно, что единение между частями народа Израиля скорее являлось некоторым редким эпизодом. Но события, связанные сначала с разрушением Израиля, а затем с разрушением Иудеи, привели в какой-то момент, может, могли бы, казалось бы, привести к какому-то
ну, к попытке найти общий язык, примириться. Тем не менее, мы видим, что первое, что происходит в момент возвращения иудейских пленников из Вавилона персидского плена, это попытка размежеваться, отделиться от тех, кто находится в провинции Самария. И часть из жителей этой провинции Самария — это потомки жителей Израильского царства. И так это продолжается и в постбиблейскую эпоху. Мы видим, что конфликт достигает нового апогея во времена, накануне Маковейского восстания и во время Маковейского восстания, конфликты между так называемыми эллинистами и их противниками. И конфликты происходили и потом, и мы знаем, что Иосиф Флавий, когда он описывает иудейскую войну, он, конечно, страдает в значительной степени субъективным подходом и апологетичен по отношению к себе и к римлянам, но он достаточно адекватно описывает то, что происходило в Иерусалиме в момент восстания, реальная гражданская война, реальная резня. Я не буду как бы углубляться, идти дальше. Можно найти и другие примеры. Да, вот последний такой пример я приведу, скакнув через много столетий, хотя и в течение этих столетий мы можем найти эти примеры. Но вот канун Второй мировой войны, страшная угроза нависает над европейским еврейством. А что мы видим? Мы видим, что есть два конфликтующих лагеря. С одной стороны, лагерь, сказать, то, что потом станет Мапаем, да, так сказать, левое рабочее движение. А с другой стороны, движение ревизионистов. Мы знаем, как ревизионистов и Жаботинского в том числе называли представители рабочего движения. Они называли их фашистами. И это продолжалось и не только до катастрофы, но и во время катастрофы, и после катастрофы. Достаточно вспомнить знаменитый эпизод Сальтолены. Иными словами, то, что мы видели сейчас, это не какой-то случайный эпизод. Это, к сожалению, некоторое следствие исторических процессов, которые сопровождали народ Израиля постоянно. И несмотря на эту достаточно печальную картину, которую я сейчас перед вами нарисовал, мы сейчас столкнемся с текстом, цель которого — вселить надежду. Да, потому что в конечном счете, несмотря на все эти конфликты и взаимное непонимание и взаимную ненависть, из-за которой, по словам мудрецов Талмуда, был разрушен второй храм, несмотря на это, народ Израиля оставался одним народом. И в самые кризисные моменты делались попытки сплочения, более или менее удачные. Очень хочется надеяться, что сейчас, после того, что произошло, это как бы пробудит спящих и прозреют слепые и поймут, что это то, что называется на иврите цав хашаа. Нельзя больше находиться вот в этом состоянии перманентного конфликта. И многие люди говорят сейчас об этом, многие это озвучивают, причем как в правом, так и в левом лагере. То есть как бы это стало понятно очень многим. Вот я сейчас открою перед вами текст, который как бы может стать своего рода манифестом. Итак, пророчество Иезекииля, мы его сначала прочтем, потом обсудим. Пророчество Иезекииля в 37 главе, сразу же после пророчества о сухих костях.
И было слово Господня ко мне сказано: а ты, сын человеческий, напомню вам, что так в книге Хескеля постоянно называется пророк, и так он называется только в этой книге. Да? Пророки вообще в других книгах не называются этим именем, только Хескель. Так вот, ты, сын человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем иудеи, сыном Израиля, объединившимся с ним. И возьми посох другой и напиши на нем Йосеф, посох Эфраима и всех сынов Израиля, объединившихся с ним. И приблизи их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей. И когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя, скажи им, так сказал Господь Бог, вот я беру посох Йосефа, который в руке Ефраима, и колен Израиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они в один в руке моей. И будут посохи, на которых напишешь ты в руке твоей перед глазами их, и скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон и приведу их в землю их. И сделаю их народом единым в стране той, на горах Израиля. И царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами, и никогда не разделятся впредь на два царства. И не осквернятся впредь идолами своими, и гнусностями своими, и всякими преступлениями своими. И я выведу их, я выведу их, спасу их буквально, да, спасу их из всех мест, в которых они живут, сейчас, где грешили они, и очищу их, и будут мне народом, а я буду им Богом. И слуга мой Давид, или раб мой Давид, правильнее перевести, царь над ними, и пастырь один будет у всех у них. И установлениям моим будут следовать они, и законы мои соблюдать и выполнять их, и будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Иакову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они и дети их, и дети детей их вовеки. И Давид, раб мой, князь их вовеки, и заключу с ними завет мира, завет вечный пребудет с ними, и размещу их, и размножу их, и помещу я в святилище мое среди них навеки, и будет обитель моя над ними, или с ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда пребудет святилище мое внутри, внутри них навеки. Я начну не сначала, а с середины. Не зря здесь упомянут именно Яков. Он мог упомянуть, не обязательно Якова, мог упомянуть Авраама, мог упомянуть Ицхак. Он упомянул Якова. Почему? По очень простой причине. Потому что в Торе Яков родоначальник 12 колен Израиля, то есть, по сути дела, всего народа. Именно поэтому Иезекииль, который провозглашает здесь некоторый манифест объединения, использует имя как раз этого праотца, не какого-либо другого. Теперь можно задаться историческим вопросом. С чего это вдруг Иезекииль занимается темой Иосифа, Ефраима, колен Израиля, объединившихся с ним? Иезекииль, как мы уже и сказали, находится в вавилонском изгнании. Живет среди иудейских изгнанников. И с того времени, что произошло изгнание израильское, прошло около 130 лет. Мы знаем, несмотря на то, что делаются упорные попытки отыскать утерянные колена, мы знаем, что исторически могло с ними произойти. Между Ассирией и Вавилоном была принципиальная разница в подходе к покоренным народам. Ассирия преследовала примерно такую же политику, как впоследствии Советский Союз. Политику, в рамках которой
ставилось своей целью лишить покоренные народы своей национальной идентичности. Как этого добиться? Перемешать, да, добиться полной ассимиляции. Мудрецы Талмуда сформулировали это в очень простой форме, не совсем исторической, но пришел Санхерив и смешал все народы. Санхерив – это один из ассирийских царей. До Санхерива это делалось и после него. Иными словами, изгнанников не селили в каких-то отдельных местах. Их селили среди общего населения. Они, конечно, сначала не имели равных прав, но у них была возможность выдвинуться. Мы знаем об этом, потому что до нас дошли документы ассирийские, из которых следует, что какие-то крупные ассирийские военачальники, политические деятели, просто зажиточные люди, носившие ассирийские имена, имели еврейские, так сказать, отчества. Да, в этих документах это зафиксировано. То есть это второе поколение изгнания. И оно уже достаточно полностью ассимилировано. Изгнание происходит в 722 году. В 701 Синхириб, упомянутый мной Синхириб, приходит войной на Иудею и осаждает Иерусалим. С народом Иерусалима, с жителями Иерусалима, говорит его военачальник, у которого нет имени, он называется Равшаке, то есть это фактически Сара Машким, если переводить на иврит, начальник виночерпия. Но это воинская должность, это как почетное такое название, он полномочный представитель царя. И он знает иврит и говорит с жителями стены на иврите. Из чего был сделан вывод, что, по всей видимости, у него иудейские, еврейские, израильские корни, что он один, вот как раз вот потомок изгнанника. Это вполне возможное предположение. Иными словами, колено северное исчезли, потому что они ассимилировались. Не так было с Иудеей, потому что вавилоняне как раз не стремились к тому, чтобы покоренные народы были лишены своей национальной идентичности. Они старались их подавить, но при этом они как раз не желали того, чтобы пленники продвигались среди, как бы, в их внутренней иерархии. Они селились отдельно. Мы знаем, что большинство пленников были поселены к югу от Вавилона, от города Вавилона, в районе Нипура, Шурупака. В самой книге Хизкеля называется в этой связи город Тель-Авив. Тель-Авив, напомню тем, кто не знает, это совсем не холм весны, как могло бы показаться, и как, видимо, думали отцы-основатели города. А Тель-Авив – это вавилонское название, которое как раз имеет очень печальные коннотации. Это курган, оставшийся после разрушенного в результате потопа города. Да, Абибу по-аккадски – это потоп. И вот в таком городе, согласно книге Хизкеля, жили изгнанники. В архивах, которые до нас дошли, называются другие города. Например, называется город Аль-Югуди, который обозначает буквально город Иудеев, и еще несколько населенных пунктов. Но все они в этом же районе. И они как бы селились кучно и отдельно от окружающего населения. Поэтому они не ассимилировались, у них не было такой возможности. И, может быть, и не было желания ассимилироваться, по крайней мере, тексты, которые мы читаем, которые, видимо, так или иначе были созданы в этот период, действительно свидетельствуют об очень сильной национальной идентичности. Например, 137-й псалом, да, когда мы уходили в изгнание, вот в этом псалме как бы очень сильно ощущается национальное чувство чувство национальной идентичности. Иными словами, представляется, в общем, несколько странным
то обстоятельство, что Хизкель упоминает события, он не упоминает сами события, но он упоминает тех, которые фактически исчезли 130 лет тому назад, которые совершенно потеряли, казалось бы, свою актуальность. Тем не менее, Хизкель это упоминает. Были сделаны разные предположения, почему он это делает. Некоторые пытались найти какие-то исторические причины тому. Например, что Хизкель в изгнании встречал потомков израильских изгнанников, что очень-очень сомнительно, повторяю, и потому что израильские изгнанники все-таки находились значительно севернее, там, где Ассирия, и потому что, повторяю, через 130 лет не очень понятно, кто остался. Было сделано предположение, что Хизкель находился под влиянием того, что произошло во времена правления иудейского царя Йошияу во второй половине 7 века до новой эры, который, воспользовавшись ослаблением Ассирии после смерти Ашурбанипала, сделал попытку аннексировать области, которые раньше принадлежали, были частью Северного царства, потом были частью провинции Самария во времена ассирийского владычества, и он вторгся на территорию, на эти территории и попытался присоединить их к иудеям. Возможно, он бы и преуспел, но, как мы знаем, сам Йошияу трагически погиб, поскольку его национальные, может быть, мессианские поползновения не нравились другому соседу, который давил с юга, Египту. И в результате, во время боя между египетской армией и иудейской армией, Йошияу погиб. Но, во всяком случае, Йошияу, так это описывается в Танахе, фактически мыслил себя как второго Давида, который объединяет север и юг, и Хизкель, который находится под очень сильным влиянием книги Дворим, а книга Дворим напрямую связана с царем Йошияу. Именно в его времена эту книгу находят в храме, и эта книга читается сначала перед царем, а потом перед всем народом, и заключается союз, новый союз с Богом над этой книгой. Вот, и Хизкель, конечно, знал обо всем этом, находясь под влиянием этой книги. Времена это не столь далекие, да, это Хизкеля отделяет от, собственно говоря, от всех этих событий, ну, примерно около 30 лет. Да, так что, в принципе, это вполне реально. Но на самом деле, какие бы исторические спекуляции мы не пытались бы здесь делать, мы, в общем, все равно ничего доказать реально не можем. Ясно одно, что у Хизкеля очень сильное национальное сознание, которое в четкой форме определяет, что такое народ Израиля. И это не только в этой главе. Он, когда он говорит о народе Израиля и даже о двух царствах, он постоянно называет, он пользуется метафорами женскими, и в двух, по крайней мере, местах, в 16 и 23 главах, называет Северное и Южное царство сестрами. Да, то есть у него четкое убеждение, что как бы это нечто, что на самом деле должно быть соединено вместе. Это как бы изначально были вместе, потом распались, потом соединятся. И вот как он видит, теперь обратимся снова к тексту, как же Хизкель видит тот сценарий объединения. А вот тут в центре пророчества есть некое символическое действие. Да, Бог говорит Хизкелю, что он должен взять два дерева, да, как переведено, два посоха. На иврите это звучит «эц» – дерево.
И на этих деревьях или на этих посохах он должен написать нечто. Что же он должен написать? На одном он пишет «Иудеи, сынам Израиля, объединившимся с ним». Что значит «Иудеи, сынам Израиля, объединившимся с ним»? Это значит те колена, которые были фактически частью царства Иудеи. Это прежде всего колено Шимона, поскольку колено Шимона представляло собой анклав внутри Иудеи, на юге, и как бы у него, у этого колена не было своей границы с северными коленами. Да, вот, как бы он фактически был частью Иудеи и значит, в этом смысле как бы его судьба была тоже предрешена, он в конечном счете ассимилировался внутри Иудеи. Кроме того, на определенном этапе к Иудеи присоединилось колено Бениамина. Несмотря на то, что в начале колено Бениамина ассоциировалось с севером, например, царь Шауль, дом Шауля, противостоящий дому Давида, но на каком-то этапе исследователи спорят, на каком именно, судя по всему, более-менее близко к распаду царств. Колено Бениамина оказалось частью Иудеи, и в дальнейшем оно и упоминается всегда вместе с Иудеей. Вплоть до того, что среди изгнанников Иудеи тоже оказываются представители колена Бениамина. Самый простой пример из Танаха, книга Эстер, где Мордехай, изгнанник, иудейский изгнанник, определяется как потомок колена Бениамина. Иезекииль должен взять другой посох и написать на нем Йосеф, посох или дерево Ефраима, и весь дом Израиля, который вместе с ним, Хавера. То есть Йосеф в первую очередь представлен коленом Ефраима. Есть два больших колена, которые наиболее доминантны на севере. Это колено Ефраима и колено Менаше. Поэтому книга Берешит уделяет им особое внимание. И Танахи часто Северное царство называется дом Ефраима, дом Йосефа, сыновья Ефраима, поскольку по книге Берешит Ефраим это как раз сын Йосефа. И остальные колена, которые объединяются вокруг них, северные колена, которые находятся к северу от Эфраима и Менаше, в том числе и те, которые находятся в Заиордании. И вот он должен приблизить одно из этих деревьев к другому, как будто у тебя один посох. Да? Они как бы должны стать, на иврите здесь немножко такая странная форма, вегаюля ахадим беядех, и они станут одними в твоей руке. Ну, подразумевается, видимо, что эти два посоха, когда он их приближает друг к другу, как будто бы становятся одним. И вот, и из дальнейшего ясно, что это действие он должен произвести перед глазами всего народа, который часто в пророческих текстах не понимают смысла происходящего. Мы сегодня можем удивиться, что тут понимать. Ясно совершенно, что обозначает эта метафора. Я еще раз напомню вам, даже с чисто исторической, не только литературной точки зрения, как бы в Иудее времен Иезекииля и среди изгнанников, находящихся в Вавилоне, нет никакого особого интереса к израильским изгнанникам. Они забыты давным-давно. Их нет. То, что пророк Ирмияу, старший современник Иезекииля, упоминает
северные колена. Видимо, это связано с некоторыми сантиментами. Он родился в Анатот. Это территория колена Бениамина, граничащая, по сути дела, с коленом Ефраима. И действительно, у Ирмияу есть несколько текстов, которые говорят о судьбе северных колен. Но в вавилонском изгнании это представляется совершенно нерелевантным. Поэтому они могут спросить, что это значит все? И скажи им, отвечает Бог. Так сказал Господь Бог, вот я беру посох Йосефа, который в руке Ефраима, да, потому что, опять же, Ефраим – это как бы тот, который властвует над коленами севера, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они один в руке моей. Пока что он еще ничего не объяснил, а только лишь сделал визуальное представление вербально. Да? Объяснил просто, что происходит. Но дальше будет уже объяснение сущностное. И будут посохи, на которых напишешь ты в руке твоей перед глазами их и скажешь им. Так сказал Господь Бог, вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон и приведу их в землю их. Да, значит, Иехизкель здесь пользуется термином «бне Исраэль» не в том же самом смысле, каком он пользуется термином «бейт Исраэль» чуть-чуть повыше. «Бейт Исраэль» Бейт Исраэль. Да, тут не совсем точный перевод, я только сейчас обратил на это внимание. В стихе 16 не сказано всех сынов Израиля, объединившихся с ним, а сказано, я читаю на иврите, «Ле Йосеф эц Эфраим бехоль бейт Исраэль хаверав». И весь дом Израиля, его близкие, те, которые соединились с ним, в другом месте сказано «Шевтей Исраэль Хаверав». А здесь Иехизкель пользуется термином «Бней Исраэль». Это не случайно. Когда он говорит «Бейт Исраэль», «Дом Израиль», когда он говорит «Шевтей Исраэль», он подразумевает северные колена, северное царство. Действительно, как я уже и сказал, царство иногда называется Бейт Юсеф, иногда Бней Ефраим, иногда Бейт Исраэль или просто Исраэль, Мамлехет Исраэль, Шефте Исраэль. Но когда он пользуется термином Бней Исраэль, он очевидно отсылает нас к использованию этого термина в Торе, где Бней Исраэль это генерный термин, обозначающий весь народ Израиля, все колена Израиля, всех сыновей Якова. Так представлен народ Израиля этим именем в истории исхода из Египта. И здесь четко заявлено, я соберу их со всех сторон и приведу их в землю их, и сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля. Да, на самом деле это как бы некоторая тоже поэтическая метафора, потому что Израиль это отнюдь не только гористая местность. Да, в Израиле есть и горы, но есть и долины. Но здесь он как бы условно так называет землю Израиля горами, может быть, с намеком на, в первую очередь, горы Иерусалима, на храмовую гору, которая называется Танахи Гарцион. И царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами. Да, у них будет один царь, и они станут одним народом. То есть один вождь. Они больше не будут разделяться на два царства. То есть, как бы очевидно, что Иехизкель отсылает нас здесь к истории, изложенной в начале книги царей, о том, как распалось царство Шломо. Так вот, этого больше не будет. Но это не только политическое объединение.
Это объединение вокруг Бога. Они не осквернятся впредь идолами своими, и гнусностями своими, да, и всеми своими преступлениями и изменами. Да, то есть как бы произойдет некоторый процесс, который можно назвать чува, возвращение к Богу. Для Иезекииля, который был коэном, священником, очень важной является тема единобожия и отсутствие какой бы то ни было иконографии, которая противоречит требованию Торы не изображать божества в какой бы то ни было форме. И вот здесь он это выражает. И я таким образом спасу их, возвращу их из всех поселений, где грешили они, то есть верну их домой. И очищу их. Опять же, термин совершенно очевидно выдающий когенское, священническое, жреческое происхождение Хискеля. Он мыслит в терминах, которые напоминают нам главы, последние главы книги Шмот, книгу Ваикра, да, где все время говорится о чистоте и нечистоте, о святости и осквернении святости. И здесь в качестве метафоры это используется, это не только в этом месте Хизкель использует глагол «летагер», да, в некоторых местах он просто подробно описывает это очищение так, как будто бы речь идет о ритуальном очищении, описываемом в Торе. Но здесь это очищение от грехов всего народа. «И будут мне народом, а я буду им Богом». Такая тоже, очевидно, с отсылкой к Торе формула. Ваю лилиам, вани енаем лейлогим. И здесь, как бы, впервые в этом пророчестве появляется некое, ну, как бы сказать, на первый взгляд, неравноправие. Да? Кто будет царем? Раб мой Давид. Но почему Давид? Понятно почему? Потому что Иезекииль мыслит здесь некоторое, в терминах реставрации. Да, Давид в его времена – это идеальная фигура, это некий символ. Символ того, как часто и сегодня тоже это мыслится, да, того золотого века в истории Израиля, когда Израиль одерживал победы над своими врагами, когда было сильное объединенное царство, и во главе этого царства стоял царь Давид. Имеет ли в виду здесь Иезекииль, это известный спор между комментаторами, состоящий в том, намекает ли здесь он на воскресение из мертвых, о которых мы говорили в прошлый раз, в том смысле, что Давид реально воскреснет, или что, скорее всего, речь все-таки идет о потомке Давида. В этом смысле Иезекииль не уникален. Находим подобного рода пророчества и у других пророков, согласно которым потомок Давида в некоем эсхатологическом будущем объединит народ Израиля и как бы станет царем. Пастырь один будет у всех у них, роэ. Да, тут надо сказать, что здесь заложена некоторая двусмысленность, если знать, опять же, книгу Иезекииля, не только по этой главе. Иезекииль использует термин «роэ» – «пастырь» как для того, чтобы описывать царей иудей, так и для того, чтобы описывать Бога. Не только он описывает в этих терминах Бога. Да? Достаточно вспомнить знаменитый 23-й псалом, который прямо такими словами и начинается: «Господь мой пастырь, Адонай Руи». Да, и этот псалом мы читаем очень часто, произносим его. Это очень красивый, короткий псалом. Вот, но во всяком случае, из текста Иезекииля до конца не ясно, пастырь – это сам Давид, или, поскольку Давид раб Господень, раб мой Давид, то пастырь, подразумевается Бог, представителем которого Давид является. И то, и другое возможно. И установлением, то есть законом моим,
будут следовать. И будут их соблюдать. Кстати, я хотел бы только обратить внимание, тут тоже некоторая игра слов, на секунду вернуться, там, где сказано, что я сделаю, они будут моим народом, а я буду их Богом, да, тут на русском языке эту игру слов не понять. А на иврите она совершенно очевидна. И в Торе, и здесь. Дело в том, что когда Бог говорит «Вани эхьелахем лаэлохим», здесь звучит, как бы некоторая, содержится некоторая аллюзия на то, как Бог представил себя Моше, когда тот должен был выводить Израиль из Египта. Как он себя представил, напомню вам. «Эхье ашер эхье». «Эхье шлахани алейхем». То есть «Эхье» — это имя Бога, которое трансформируется потом, на каком-то этапе, сейчас не буду в это входить, так называемый тетраграмматон, четырехбуквенное непроизносимое имя Бога, Йод-Хей-Вав-Хей, но очевидно, что как бы здесь идет игра этим именем. И когда Йехезкель говорит «Вани Елаэм Лаэлухим», то есть «Я буду тот самый Бог, который вывел их из Египта», «Ихье». И будут обитать, я возвращаюсь к стиху 25-му, и будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Якову, то, с чего мы начали, да, Яков, рабу моему Якову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они, дети их, и дети детей их вовеки. Да, это обещание вечного пребывания Израиля на своей земле. И Давид, раб мой, князь их вовеки, здесь меняется формулировка. Вместо слова «мелех» появляется слово «наси». И опять же, есть спор у комментаторов книги Хискеля по поводу того, является ли это замена свидетельством того, что Хискель на самом деле не очень любит термин «царь», «земной царь». И как бы в этом смысле он больше тяготеет к тому, чтобы царем назывался только Бог. Или же просто здесь, когда он меняет слово «мелех» на слово «наси», а он, как правило, пользуется действительно словом «наси». Это, опять же, отсылка к Торе, потому что главы колен, напомню, в Торе, называются именно этим термином «насиим». «Насиим». «Наси» — это вождь, глава. В смысле значения этого термина он ничуть не уступает на самом деле слову «мелех», если вдуматься. «Наси» — это возвышенный. «Мелех», по поводу этимологии слова «мелех» есть разные мнения, но, судя по всему, оно связано со словом «леймалех» — «советоваться», да, «держать советы». Буквально «мелех», видимо, это все-таки «юэц», тот, который держит совет и планирует что-то. Вот. Но во всяком случае, Давид, раб мой, будет их вождем навеки, и заключу с ними завет мира. Да, тема завета это тема, которая звучит не только у Хизкеля, а и у других пророков, например, у Ирмияу, новый завет между Богом и народом Израиля, который будет вечным. Но здесь есть опять отсылка к Торе, чрезвычайно существенное, к главе книги Бамидбар, к главе Пинхас, там, где, не будем сейчас обсуждать эту историю, она заслуживает отдельного обсуждения, как Пинхас вмешался в некоторый процесс разложения народа Израиля. И в результате Бог заключает с ним союз или завет, и этот завет называется именно так, Брити Шалом. Но этот завет мира в Торе, это завет священнический, только с потомством Пинхаса, сыном Элиазара, внуком Аарона. А здесь это, так сказать, демократизируется. Этот завет мира, вечный завет, заключается не только с какой-то определенной группой внутри народа Израиля,
а с народом Израиля в целом. Да, и это очень важно для Иезекииля. Это как бы представление, это деталь, которая усиливает мотив объединения. И размещу их, и размножу их, и помещу я святилище мое среди них навеки, то есть намек на новый храм, которому посвящены последние главы книги Хизкеля, видению будущего храма. Будет обитель моя над ними, то есть с ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. Да, он повторяет это, только на этот раз без слова «Ихье», а я воитель Аэмля Элухим, Аэмля Юлилям. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда прибудет святилище мое внутри них, внутри Израиля вовеки. Да, это как бы тоже такой очень важный, постоянно повторяющийся мотив у Иезекииля, тоже во многом подчеркнутой историей, что о том, что Бог освящает и избирает Израиль, становится причиной того, что все народы признают это. Они узнают и признают. Да, Израиль становится царством священником, мамлехет коганим, весь Израиль. Так что на самом деле идея о том, что весь Израиль как священники, она существует в Торе в другом месте. И народы либо наполняются трепетом, либо признают то, что Бог избрал Израиль. В особенно ясной форме это декларируется, опять же, в рассказе об Исходе, в «Песне на море». Вот таков идеальный сценарий объединения, который рисует перед нами Хизкель. Осуществилось ли это? Частично. Частично осуществилось. Очень частично в те времена. Да, народ Израиля вернулся из плена, но только его часть. Храм был действительно построен. Был краткий период, когда потомок, судя по всему, потомок дома Давида возглавлял Израиль, Зарубавель, сын Шалтиеля. Но этот период был крайне коротким, и Зарубавель исчезает, по всей видимости, вследствие своих, опять же, мессианских поползновений, что приводит персидские власти к желанию его устранить. Но, как я в прошлый раз уже говорил, с этого начинали. Мудрецы сказали, что пророков и пророчеств было множество, но сохранены были те, которые имеют значение для всех поколений. А невуаши не црыхали дород. Пророчество, которое оказалось востребованным будущих поколений. Пророчество такого рода, как мы сейчас прочли, носит в каком-то смысле вневременной характер. Так же точно, как он говорит здесь о Вечном Завете, так и само пророчество – это в чем-то вечное. Так же точно, как было вечным пророчество о сухих костях. И пророк Иезекииль создал здесь некую идеальную картину, к которой нас следует стремиться. Да? Которая, может быть, не спустится с небес и не осуществится одномоментно, но происходит некоторый постепенный процесс, который к этому ведет. Хотелось бы надеяться, что к этому ведет. В значительной степени движение Рава Кука, созданное Равом Куком, идеология, тоже основано вот на этом представлении. Это связано еще с идеей, которую я только упомяну. Сейчас не буду слишком подробно в нее вдаваться, времени у нас не хватает. Это идея о двух мессиях, которая была разработана еще в эпоху Второго храма. Разные два мессии. В Кумране, там, скажем, мессия Машиах бен Аарон, Машиах бен Исраэль, а у мудрецов впоследствии Машиах бен Йосеф, Машиах бен Давид. Так вот, Рав Кук в свое время написал программную статью, эссе, в котором он оплакал смерть Герцля.
Теодора Герцля. И в этой статье он, видимо, впервые прочертил некоторые идеологические ориентиры, которые, да, это все происходит в 1904 году, да, задолго до создания государства Израиль, задолго до катастрофы. Вот, но он прочертил некоторые идеологические ориентиры, которые сформировали будущее религиозное сионистское движение. Да, и вот он считал, что начался некий процесс избавления. Эрцель в его глазах был в каком-то смысле Машиах бен Юсеф, прокладывающий дорогу Мессии из дома Давида, Машиах бен Давид. И как бы это некий единый процесс, который ведет к возрождению жизни народа Израиля на своей земле и полному объединению. Да, процесс этот болезненный, можно сказать, диалектический. И мы видим, что он как бы происходит совсем не прямолинейно, а как бы скорее спирально. И сейчас мы оказались на очень болезненном кольце этой спирали, но очень хочется надеяться на то, что этот процесс действительно продолжается, идет, и на каком-то этапе истории, застанем мы его или нет, он приведет к полной реализации пророчества Иезекииля о двух деревьях, ставших одним. Я здесь поставлю точку и готов ответить на ваши вопросы, если таковые имеются, и выслушать ваши замечания. Пожалуйста. Народ, сейчас самое время спросить вопросы, если таковые есть. Да, Добрый Маша. вечер. Добрый вечер. Немножко в сторону, но я надеюсь, что не очень. Вот была лекция Бени Йонина на открытом дне Танаха, когда он это немного в шутливой форме, но он, в общем, по-моему, вполне это все всерьез рассказывал. Он рассказывал о том, что подходе, при котором мы были не 12 коленами, а 12 отдельными народами, объединившимися из-за того, что они отличались монотеизмом от остальных. Я понимаю, что это очень крайняя формулировка, непонятно, кого тогда мы продавали в рабство, но при этом как вы к этому относитесь? Смотрите, Маша, спасибо за ваш вопрос. Во-первых, я несколько раз подчеркнул в начале своего обсуждения, что я оставляю за скобками историчность Да, тех поэтому я событий. сказала, что в сторону немножко, Смотрите, да. ну, как вам сказать? Судя по всему, ну, во-первых, как бы эта тема, очень трудно высказываться о ней, так сказать, вкратце. Она стала как бы своего рода таким вот триггером для огромного количества академических и не только академических обсуждений. Судя по всему, вкратце отвечу все-таки. Тот процесс, который описывается в Танахе, он как бы не во всем отвечает реальной истории. Танах, как и многие другие книги древности, так или иначе затрагивающие исторические темы, не всегда отражает реальную историю как последовательность известных нам фактов. Помимо прочего, еще и потому, что авторы Танаха жили значительно позже тех событий, которые они, как правило, описывают. Поэтому, что касается формирования народа Израиля, то, видимо, это был сложный, многоступенчатый процесс.
который в некоторой символической форме изображен в Танахе. Всегда в такого рода случаях есть историческое зерно, которое обрастает легендарными подробностями. Есть некоторые основания, которые Бени Йонин действительно приводил, для того, чтобы предполагать, что, например, колено, находившееся в Заиордании, такие как колено Гада, да, они не всегда идентифицировали себя целиком полностью с народом, жившим на западном берегу Иордана. Да, это сложный, опять же, неоднозначный процесс, который как некий вектор действительно вел к объединению. Смотрите, высказываются сомнения в очень многих вещах, которые описываются в Танахе, например, существование Объединенного Царства. Но опять-таки, я предлагаю вам, это как бы напрямую касается темы всего нашего курса, читая Танах как историю, понимать, что эта история не совсем в том смысле, каком мы пользуемся этим термином. Мы ментально в этом смысле очень далеки от авторов этих текстов, равно как, например, скажем, от Геродота, которого мало кто выразит сомнение в том, что он историк. Но то, как он описывает историю, очень часто как бы в глазах современных историков, поднаторевших в академических исследованиях, выглядит очень наивно. И то, как он обращается с фактами, выглядит очень странно, он очень вольно с ними обращается порой. Вот, так что я как бы предлагаю в этом смысле разделить эти вещи. И что не менее важно, да, понимать всегда, что наше право на то, чтобы называться единым народом Израиля, и наше право на землю, которая называется землей Израиля, проистекает не из каких-то исторических доказательств того или иного толка. Да, потому что в конце концов появляются каждый раз новые доказательства, новые гипотезы, старые опровергаются. Так работает любое как бы научное исследование. Вот. Но это наши права и наше как бы национальное сознание работы как бы базируется не на этом. Оно в этом смысле базируется как раз на том, что в свое время приписывалось Бен-Гуриону, когда он держал в руках Танах и говорил: вот это наше право. Да, это наше право. И ничто это право не может поколебать, не должно поколебать. Ну, Да, надеюсь. конечно, да, спасибо большое. Конечно, я понимаю. Получается, что эта часть. Сейчас, минуту. Я понимаю разницу единения исторического и Да. догматического подхода. Я понимаю, что вы говорите. Да. Вот получается, что эта часть в терминологии вашего курса, она ближе к мифу, да, как мы не думаем, что сидит кто-то с бородой на облаке, при этом есть эта идея. Также скорее история семейства Якова получается по этой теории ближе к мифу, да? Все Потому что зависит от я того, слушала. все зависит от того, как определять миф. Мы когда-то с этого начинали. Вот, Есть более я пытаюсь широкие, туда вернуться, да. да. Я понимаю, есть более узкие определения мифа, есть более широкие определения мифа. Но если вы как бы исходите из того, что все, что не обязательно соответствует исторической действительности в той мере, в какой она нам сегодня известна, все, и все это пространство вы называете мифом,
то вы можете, конечно, пользоваться этим О, термином, хотя... это был мой вопрос. Правильно, как вы к этому относитесь? Вот, Смотрите, это прямо был мой вопрос, отношусь да. к этому так, что границы зыбки. Да, есть как бы все-таки разница, скажем, между, там, допустим, рассказом о потопе и, скажем, рассказом о исходе из Египта. Или рассказом об исходе из Египта и рассказом об истории царства Израиля и царства Иудеи. Да, это скорее некий спектр. Это не две крайние точки, а это спектр, одно перетекает в другое. По отношению, скажем, к рассказу о потопе, рассказ об исходе из Египта в значительной степени более история. А по сравнению с рассказами о Северном и Южном царстве, рассказ об исходе из Египта ближе к мифу, и так далее. И сами рассказы об истории этих царств частично базируются на исторической действительности, частично отходят от нее вследствие тех или иных интерпретаций авторов. Вот. Так что это спектр. Понятно. Понятно. Еще вопросы, Можно замечания? короткий вопрос? Да, конечно. Можно ли предположить, могу я, для меня предположение, вот, Хизкель и так дальше, это книга на все времена. То есть конец этой книги нам неизвестен. То есть когда получится то, что сказано в этих книгах. То есть на сегодня в наше общество кажется, ну, будем говорить так, самонастраивающейся системой, которая идет в одном направлении, направление объединения, направление усиления нашего государства и так далее. И таким образом мы не отходим от того, что написано в Танахе. Мы, в принципе, идем в том же направлении, и другого пути у нас нет. Очень хочется на это надеяться. Ну, Очень хочется другого у на это нас надеяться. нет ничего. То есть мы вынуждены будем объединиться, мы вынуждены будем усиливать себя как Да. народ. Ну и все будет в целом. Мы устоим. Будем надеяться на это. Это очень важно на такой оптимистической ноте завершить занятие как раз в этот самый день. Возвращаясь к предыдущему пророчеству Хизкеля, «Од ло авдати кватену». Это как бы, да, наша надежда не потеряна. Если можно, да, тоже короткое замечание. Да. Вот очень чувствуется разница, да, когда говорят люди, которые близки к традиции, соблюдающие, либо как бы традиции, масорти, то, что называются, либо Да. люди, соблюдающие, да, с форум теква. Там очень практически красная линия такая проходит о том, что есть личные трагедии, трагедии семейные, связанные с потерей, не дай бог, близких, да, вот Да. ужас, который произошел 7 октября. А с другой есть что-то, ну, что можно в кавычках и без назвать как тело народа. Да. И это с точки зрения как бы логики, но это как некоторое лекарство, бальзам на душу, которое, ну, с этим можно, ну, как бы довольно просто логически пояснить себе или объяснить себе, да, почему происходят такие трагедии. Что Да. как в личном плане происходит трагедия, с этим ничего невозможно сделать, но тело народа, да, в целом, божественная Ашгаха, она в том, что это тело народа продолжает существовать, развиваться. Вот как сказал, значит, предыдущий участник. Но при этом Да. хочу сказать, что все равно вот у меня лично остается, ну не то чтобы проблема, но остается такой зазор, который невозможно заполнить. Почему? Потому что мы говорим о Ашгахе, который называется Ашгаха Пратит. Да. И ну вот, что мы каждый Маариф, да, говорим, Беу Рахум Михапераон. Рахум – это милосердный. Да. Сегодня, особенно 7 октября, когда те, кто слушали, даже не видя фильмы ужасов, если так можно сказать, да, это жуткие Да. фильмы, которые, в общем, большинство народу были показаны после цензуры, но даже то, что мы Да. слышали, это то, что, ну, как бы сознание вообще, Да. это трудно воспринять, да? Да. Поэтому вот этот вот зазор, понимаешь, когда мы говорим «Беу Рахум», либо надо
как бы сказать себе, что так же, как говорится, что его понимание не ваше понимание, что его рахман это не такой, как ваш рахман. И когда мы говорим «Ваурахум», это не то, как мы понимаем про человека милосердного. Что милосердный человек, волей которого делать все, человек, не может называться милосердным, если в его воле, чтобы это не происходило, тем не менее это происходит. Вот, как бы. Смотри, это верно, но здесь мы уже как бы Да, я понимаю. вдаемся в теодицею и в такие вещи, на которые в конечном счете ответа это ведь нет. Да, Не конечно. будет. Это надо понимать. Значит, ну, как бы, возможно, как говорят мудрецы, когда придет Илияу, да, когда придет конец истории, все вопросы разъяснятся, но пока история человечества продолжается, на этот вопрос не будет ответа. Да, Это понятно, вопрос, послушай. который, да, поэтому, как бы, мы знаем, что, ну, скажем, если вспомнить слова Рава Соловейчика, который в своей книге «Вера после катастрофы» говорит о том, что все спрашивают, где был Бог, а Да. я хочу задать вопрос, где был в это время человек, да, и не то, чтобы это решает проблему, это не Ну, решает переводит проблему, потому стрелку, ну что понятно, как бы, вопрос, да. где был Бог, все равно остается. Конечно. Все, что от нас зависит, Да. это вопрос, где человек. Да, Это это да. тот вопрос, на который приходится Это давать да. постоянный ответ. Это да. Вот. Окей. Амен, кен и рацион. Будем Да, спасибо надеяться. большое за внимание. В следующий раз, с Божьей помощью, мы вернемся к Спасибо. нашей теме, к теме четвертой Маковейской книги, и дойдем уже до таких очень драматических Окей. моментов в ней. Всем счастливо. Спасибо. До Спасибо свидания. большое. Спасибо.